Бороться за каждого человека, за каждую жизнь и помогать людям ежедневно и ежечасно. Эту задачу, как главную для властей всех уровней, губернатор Сергей Баженов обозначил в ходе приема граждан, который он провел в приемной президента России. Большая часть обращений касалась медицинских проблем, но поднимались и другие вопросы. Наталья Стеганцева с подробностями. На прием губернатору Нина Яковлевна Сквозникова пришла от лица инициативной группы жителей Краснооктябрьского района Волгограда. Долгие годы жители района добиваются установки светофора по проспекту Ленина, остановка Библиотечная. В этом месте активное движение, и людям крайне сложно перейти на другую сторону. Очень много большой транспорт идет. Количество столько, что я живу на этой остановке, что минут по 10 приходится ждать. До 60 машин проходит. Губернатор Сергей Баженов заверил пенсионерку, что вопрос с установкой светофорного комплекса решен. Городским властям, губернаторам дано распоряжение подготовить проектно-сметную документацию и провести соответствующий конкурс. Для того, чтобы к середине лета светофор смог заработать. На приеме губернатора помощь в решении своей проблемы получила и волгоградка Ольга Нюбина. Ее сноха нуждается в дорогостоящем лечении в клинике Санкт-Петербурга. Областной Минздрав уже выделил женщине соответствующую квоту на проведение операции. Но нужны деньги на саму поездку и проживание. Этот вопрос губернатор решил положительно уже в ходе приема. Мне не приходилось обращаться, а сейчас меня даже останавливали, говорили, что бесполезно. Нет, не бесполезно. И неправда, что чиновники отдалены от народа, ничуть не отдалены. Ведь я-то получила большую поддержку, обратившись к вашим помощникам. Житель Камышина Александр Костенко, жена которого должна родить скоро второго ребенка, от лица горожан по видеосвязи обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в поставке нового оборудования в местный роддом, который в скором времени должен открыться после реконструкции. Сергей Баженов отметил, что главная задача властей всех уровней – помогать людям в решении их проблем. Конечно, достаточно большое обращение граждан в плане поддержки здоровья или решения тех или иных наболевших проблем, достаточно сложных, что касаемо человеческого здоровья. Это и маленькие дети, и достаточно взрослые люди. С одной стороны, есть благодарности, что руководители разного уровня, так называемые чиновники, хорошо отнеслись к проблеме человека и на каждом этапе помогали, сопровождали, и мы сегодня об этом слышали. Также в ходе приема губернатор решил вопрос о приобретении слухового аппарата для девочки из Урюпинска. А волгоградка Мария Новак под ее опекой два ребенка получила в подарок для детей современный ноутбук. Наталья Стеганцева, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».